Казанском федеральном университете полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. На фасаде второго корпуса КФУ развернули 60-метровую георгиевскую ленту. Организатором акции выступила «Единая Россия», которая размещает главный символ грядущего праздника на фасадах домов и общественных зданий в крупных городах Татарстана. Лента на КФУ стала самой большой в республике и одной из самых больших в России. Акция называется «Флаги России». Совместно с администрации КФУ было принято решение во всю высоту здания по адресу Кремлевского 35 повесить георгиевскую ленточку в честь наших дедов, бабушек, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Победы в ректорском садике Казанского федерального университета установили монумент из 9 журавлей, которые держат георгиевскую ленточку. Ведь журавли – это символ скорби о павших в войне. А также установлена книга памяти – дань памяти тем, кто погиб или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Восьмого и 9 мая с 9 до 9:30 в окнах общежития на улице Пушкина и деревни Универсиады можно будет увидеть праздничную иллюминацию со словом «Победа». Помимо этого будут освещены фасады с обеих сторон – Института физики с надписью «9 мая» и второй высотки с надписью «75». Данные иллюминации можно наблюдать 8 и 9 мая с 9 до 2 утра. Напомним, в КФУ решением ректора Ильшата Гафурова ко Дню Победы ветераны и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны получили выплаты. Единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей участникам войны, труженикам тыла в размере 10 тысяч рублей каждому. В преддверии празднования Дня Победы руководством КФУ было принято решение о предоставлении продуктовых наборов работающим пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше. Всего вручено 130 наборов. Эльвира Зорина, Алексей Румянцев, Универньюз.